Как обычно в жопу пьяный, возвращаюсь после пати, вижу в подворотне баба, как-то плачет, бля, не кстати. Я как выпью, так пиздец, добрый становлюсь. Что случилось, говорю, Таня, Надя, Люся. Опа! Таня, Надя, Люся. Мне отвечает, Тонечкой меня зовут, бросил меня муж любимый, наплевав на весь уют. Дай совет ты мне, прохожий, ведь неопытная я, а в делах сердечных сроду не секла я нихуя. Опа!